лежит на иглоукалывание, да? Процедура занимает где-то 30 минут. Иголки поставлены по всем каналам. У девушки есть проблемы с поясницей, с шейным отделом. Межреберная невралгия. Клиент уже разговаривает. В принципе, терпеть это реально. Процедура достаточно не очень болезненная, но результаты... Процедура не очень болезненная, их действительно нужно сделать серию. Вот иглоукалывание издавна помогало завести весь организм. Достаточно очень продуктивно. Сейчас вот мы нашей клиентке, девушке Алене, поставили значит, иголки на все жизненно важные точки. Доктор у нас обкалывает сразу все тело, или это положение, когда он лежит на животе клиента или на спине. И сейчас включается завод организма всех-всех органов. То есть иголка ставится на точку, за которую отвечает какой-то орган. И вот сейчас мы как бы толкаем это, наши все органы, заводим правильное его движение. Решаем проблему невралгии, то есть успокаиваем организм. Сейчас она немножечко потерпела и спокойно будет лежать 30 минут. Прохождение энергии по телу каждый сеанс – это где-то 25-30 минут. Вот такие у нас процедуры.